чего-то. Да не, мы же на Гранд Чероки не застрянешь. Блин, глухие, глухие места. Зимой, ну, может. Слышишь, что это за машина? Где-то я ее видел. Какая-то знакомая. Красивая. Куда дальше? Прямо? Прямо и задом сюда. Конечно, разворачиваешься сразу. Ну, короче, задом. Блин, такой пейзаж красивый тут. Все. Вован, а куда мы идем? Нас собаки не сожрут здесь? Волкодавы какие-то. Да, интересные места. Ну, как-то днем приедем на экскурсию. Вован сказал, проведет экскурсию по местным достопримечательностям. Сейчас без листьев хорошо все видно, да? Куда-то ведет меня в темноту почти. Хоть и камера светосильная, но видно, видно плохо. Мы правильно идем? Ёлки, там подписчики ждут кино, а мы тут ходим среди ночи. Такой домик тут стоит. БУ, а тут живут люди? Такое все жесткое. Блин, Вован, я тут только на полном приводе могу зайти, наверное, в эту гору. Ё-моё. А он идет как бы, как ни в чем не бывало. Куда-то ведет меня непонятная экскурсия ночная. По вечернему Киеву, говорит, идем прогуляемся. Да подожди, тут страшно мне. Ступеньки такие импровизированные. В темноте. Может свет хоть включить? Или нельзя? И так свет все включено уже. Так, ступеньки из земли. Такой насыщенный сегодня день, блин, хоть бы не убиться. Слышишь, типа ты меня в Карпаты ведешь или что? Понял, что он любит горы. Ой, блин. Вован, я не убьюсь тут хоть. Блин, тут если навернешься, то мало не покажется. Смотрите, какая красота. Сейчас, стой. Да подожди, красоту людям покажу. Блин, уклон 74 градуса. Ё-моё. Куда он валит? Не куришь. Я ж тяжелый. Сколько ты весишь? Сколько ты весишь? А я 100. Дать тебе мешок картошки. Тоже будет тяжело. Сука, хоть бы не навернуться тут. А кто это тут живет? Блин, тупо вертикальный подъем. Так, я уже практически на полном приводе иду, друзья. Блин, Вован говорит, идем на экскурсию. По горам как сайгак тут лазит. Красиво. Вечерний Киев тоже. Так. Да тут иду, блин. Глумиться надо мной.
Вот этот маньяк. Фух, да. Нехило. Красиво. Такая панорамка. Сейчас покажу. То Гринька вообще. Что это? Ну, перерабатывающий завод Гринька. А. То это полиэтиленовый завод. Типа полиэтилен, типа гений. А то, ну, ты сейчас не видишь, короче, но прямо, если посмотреть, то там свалка практически до горизонта. Конца края не видно, да? В черте города. Да, она практически. Да, такой вечерняя экскурсия. Что, дальше еще что-то есть? Ну, идемте дальше. Слышь, а ну подожди, я фотку сделаю, Вован. Друзья, тут тупо обрыв. Вертикальный. Навернешься, будешь лететь туда же, куда-то далеко. Туда не ходи, говорит, сюда ходи, да? Башка упадешь? Да, так и есть. О, тут тоже гора какая. Покруче, чем в Буковеле, я вам скажу. Да, круто. Это другой Киев. Вечерний, но другой. Вован говорит, тут захоронили чернобыльские листья в 86-м году. Где-то здесь, да? Все захоронено. Просто не видно, как это все. Короче, это непонятно. Вот там за карьер, в этом карьере. За пропасть, на озеро. Озеро есть там? Да. Пропасть там, говорит. Да, тут такая пропасть. Не слабая. Тут нога джипера не ступала, в смысле, колесо джипера. Сюда не заедешь, да? Заехать невозможно. Тропинка есть вот маленькая. Да, вот небоскреб, что светится, Гринка. Завод Гринка. Я понял. До 60-х годов, Вован говорит, это все лес был. Да. Так карьера не было здесь, да? Не было здесь карьера. Был. Какой ты говоришь, кирпичный завод внизу, вот где все, что светится. Был кирпичный завод, и вот этот карьер выработали, глину брали. Получился огромный карьер, но сейчас не сильно видно. Вот с той стороны забор. Это был Голосеевский лес. С той стороны там есть, видно, забор. Этот, бетон. Там... А, музей? Да, музей. Хотя мы можем и туда так же само зайти. Что, мы можем до Пирогова дойти здесь? Да, такой другой Киев. Ну нет запаха от свалки никакой. Ну, говорит, машины шарашат одна за одной днем. Сделали, был один въезд, сделали два. Не успевают возить. Куда ты меня ведешь? Я не пойду туда. Вован, остановись, страшно уже. Люди уже в Прилуки доехали 5 раз и спят уже, а мы еще ходим тут. Ого. Ты на обрыве лишь? Обрыв. Спустись, скользко, страшно, темно. Вот
обрыв вертикальный. Это карьер все внизу, да? Ну, карьер, да. Там озеро, да. Видишь, так вот. А озеро есть? Ну, видишь, камыши. А, вижу. Вот, а, так тут уже не так глубоко, да? Ну... А, не, нормально. Так подожди, оно большое какое-то. Да, большое. Не видно. Это все... Вот там вот все... И что, чистая вода там? Нет, это все камыши, это болото. Это... Да, это, к сожалению, не видно ничего сейчас. Днем как-то покажем еще. Так, куда-то мы продолжаем идти. Панорама красивая. Блин, страшно и темно. Ёханы бабай. Как-то холм сужается. Вот тут уже обрывы слева у нас. Вова, блин, верни меня в Дарницу. Ёханы бабай. Короче, вечерняя экскурсия. Ну, там дальше можно пройти. По шикарным местам. Пейзажи вечернего Киева. Тут обрыв. Там Голосеевский район вдалеке. Ого, тут обрыв вообще нереальный. Но это надо днем показывать. Не видно, к сожалению. Можете поверить на слово. Класс. Все знаю. Так. Теперь главное вернуться в Киев, блин. На землю. Вверх как-то идти тяжелее, но попроще. В смысле, побезопаснее. Я помню вот эту бутылочку. А для чего вот это? Дерево там поливается? Нормально. Так, еще снег начинает что-то пролетать. Как тут зимой ходить? Так ты тут и зимой ходишь? Вован. Я не знаю. А, упали, да, наверное. Семечки, говорит, выпали. Телефон хоть в кармане, второй на месте. Да, вот такая экскурсия у нас сегодня. Насыщенный день. И оффроуд, и экскурсии. Идти вниз. Идти легко, но стрёмно. Где этот маньяк? Вон он идет, хоть бы хны ему тут вроде как. Он тут каждый день ходит. С собакой гуляет. Я по асфальту, а он по горам. Куда, Вован? Так она куда-то опять вверх он уходит. Или влево сейчас? Сюда? Короче, горный житель. Поэтому он такой жесткий, я теперь уже понял. Ёханы бабай. Куда бежать? Туда? По тропинке, говорит, иди. А тут куда? Да, вот такая у нас прогулка. Видео вам с оффроуда, только придется поздно ночью показать. Удастся. Что-что? Летом здесь зеленое. Летом все зеленое, красиво, да. Прикольно. Сейчас не то. Ну что, всем пока. Такая была экскурсия. Подписывайтесь. Делитесь. Я поехал домой.